Всем привет, меня зовут Дмитрий, у нас сегодня инди-хоррор What is This, называется, что это за хрень, короткий инди-хоррор, если он будет действительно коротким, то мы его пройдем сейчас же, а если он будет не коротким, то мы его сейчас же не пройдем. Давайте не будем медлить, начнем, new game, What is This, What is That, что это за хрень, вот вообще What is This правильно, по-моему, пишется, ну ладно. Описание я не читал, я увидел только то, что она короткая. Если тебе не будет этого слышно, то здесь достаточно все громко. Хотя я выкрутил... Short Indie Horror Game KOWARE Digital 2020 Scream Jam. Громкость здесь никак, по-моему, не убавляется, потому что здесь ты сам видел только новая игра, инструкция и, по-моему, выйти. Хорош, вот этот звук противный, блин, пожалуйста, закончи. На реальных условиях этих историях, на реальных событиях. Давай водичку подальше отсюда, все подальше. Игра идет почти в 300 FPS, если ты очень этим интересуешься. Ну не почти в 300, в 230, в 280 там. Прыгать туда-обратно. Ох, проседает до 220, но думаю, это... Хрена себе. Я за гиганта какого-то, скорее всего, играю, потому что шаги очень тяжелые. Так, я могу бегать. Здесь есть столы с разными... Не буду нажимать на Escape, потому что это Unreal Engine, и он... Так, я могу выглядывать, и это не очень хорошо, потому что выглядывание ни к чему... No flashlight in equipment. Короче, нет у меня флешлайта в моем эквимпете. Ну, блин, короче, нет у меня его. Ладно, пойдем на выход. Здесь ловить нечего. Там, где я скачал эту игру... Писали, что она очень страшная. Я ему верю. Это что, этот, что ли, как его? Как его называют? Как игра называлась, в которой ходить надо было по кругу? Забыл, как игра называется, в которой надо было ходить по кругу. О, мужик. Ты что здесь стоишь? Или это тетя? Тетя. Эй! Чё за карлик? Почему ты такая маленькая, тётя? Чё так все темнеет? Тётя! Тёть! Ты чё там делаешь? У тебя же монитор выключен, тёть! Так, здесь все это... закрыто, там все открыто. Красная дверь. Здорово. А чё, я выйти не могу? Не понял. Ладно, выйти не могу, так не могу. По мне мурашки уже бегают, так прям... Говорилка тоже не работает. Что это такое? Не было бы еще громко так все. Ни хрена себе, Rolls-Royce. А, это джип. Press X to interact in on your car. Well, time to go home. И? Well, time to go home. Я же говорю, джипарик. Слушай, за такие вещи могут это отсудить. За такие игрушки-то. Крыша какая-то. Блин, слушай, дружище, ты, наверное, это... Только научился делать модельки, да? Ты обращайся, если что, ко мне. Я тебе сделаю нормальную модельку крыши. Ты что это? Если вам надо модельки сделать, я вам обязательно сделаю. Я могу... Ну не, ну просто такие крыши это пиздец. Такими делами не надо заниматься. Не, ну машина здоровская, машину, конечно, ты скоммунизил откуда-то, но... И то, жопа какая-то неправильная. Джипа нет такой жопы, по-моему. Ну ладно. Но крыша это, конечно, сказка просто. Прям вообще. Забор недоделанный. Обращайся, я помогу тебе сделать модельки для игр. Ладно, я думаю, это Светлый дом, прям как студия. Yeah. Right. Ну, ладно.
телевизор, конечно, блин, все в таком дизайне, знаешь, все такое красивое, все такое светлое, все такое классное. И вот тут вот этот вот ящик стоит. Нахрена он здесь нужен, вообще непонятно. Звукоизоляция плохая у тебя у двери. Модель лестницы тоже сказка просто. Знаешь, это когда тебе лень что-то делать. Ты делаешь вот так. Это типа лучше никак не делать, чем сделать вот так. Нахрена вот это вот делать надо было? Вот зачем вот этот пандус здесь? Вот это вот выпирающий унитаз зачем нужен? Ну, типа, когда ты будешь готов двигаться к ночи, нажми X. Я понял. Короче, нужно подойти к кровати и нажать на X. 12:34, но... Ни хрена себе. Не понял. Сейчас, стоп. А вот это вот зачем здесь нужно было? Дверь куда это была? Погоди. Свечки здесь кто-то. Это же пожароопасно. Зачем здесь свечи оставлять? Кран какой-то ужасный кран. Блин, слушай, это вообще таки... Это вообще человек не заморачивался по поводу вот этих всех моделек. Он просто сделал, блин. Скорее всего, даже сам, потому что... Ну, я не знаю, где можно готовые такие некрасивые найти. Это камера видеонаблюдения? Ничего себе, я богатый. Ну, не то, что богатый, а... Чего происходит-то? What the hell was that? Ну, это, видать, кошка какая-то соседская орёт. А, я думал, прятаться еще нужно будет. Ну и нахрен прятаться еще от кого-то. I shall check his... Ну, давай посмотрим камеру. О, можно кликать по камерам. Здесь никого, тут тоже никого. А почему ты фары оставил на машине включенными? Ты дурачок или как? Я смотрю в дом, хотя я должен смотреть наружу дома. А нахрена я смотрю на камеры, если там ничего не показывается? Если я могу то же самое практически... Ой. Ой-ой-ой. Поплыло как все. Выйти не могу в окно? Нет, не могу в окно выйти. Ладно, пойдемте вниз. Потому... По мне мурашки бегают, хотя ни хрена страшного не произошло. И скорее всего, ну, прям такого прям... Хотя, знаешь, от таких игрушек только плохого и ожидай. Они самые страшные. Там открыть я не могу, тут я тоже ничего не могу сделать. В машине в моей почему-то фары горят. И чё? Да куда я должен пойти был? Я посмотрел на камеры, дальше-то что? Кто орал-то? Полнолуние. Волки, наверное, воют. Чё сразу идти по камерам смотреть? А, камера одна, вот она. Она смотрит наружу. А, другая камера смотрит на внутренний двор. А другая камера, хрен его поймёшь, куда смотрит. Чем я вообще сейчас заним... А, вот она куда смотрит. Она зачем-то прикреплена так криво, что получается, что она смотрит и наружу, и в дом. Потому что здесь с модельками все очень плохо. А, играем 9 минут почти, и никакого эффекта нет. Ну, то есть не то, что эффекта, я больше себя ожиданиями кормлю и боюсь себя же. О. Звук дождя пропал, все. Закончился. Так, ладненько. There is no any key in inventory. Ладно, нету инвентарии, нету. Ладно, давай телевизор посмотрим. Выключись лучше, ну нахрен. Ну нафиг тебя. Что нужно сделать, я не понимаю. Что здесь страшного? Луна. Вон в том дворе. Дальше что? Вот тут вот камера где-то должна находиться. А, 1:33 время уже. Здесь камера смотрит вообще непонятно в куда. И зачем она туда смотрит, тоже не ясно.
Это выключить. Вон там какая-то хренота на де... Ой, на этой. Вот единственное, как... что меня смущает, это вон там, вон та стена. На улице. Ой, что это такое? А, это цветочек, наверное, скорее всего, какой-то. Что меня смущает, это вон та стена. Не скрипи. Да, вот здесь вот что-то должно быть нарисовано. Типа... Оно что-то есть, но чего... Ну, этого нет, когда выходишь. Вот здесь вот что-то было. По нему мурашки бегают. С чего вдруг они бегают, вообще непонятно. Вот он гнетет прям как-то этот хоррор. Не то, что даже гнетет, знаешь, оно такое неприятное чувство. Ты чего-то ожидаешь постоянно. А ничего не происходит. По мне мураши бегают только в путь вообще. Красную кнопку можно нажать? No cameroid in equipment. А когда... О, прикольно. Чего? А, сердце стоп... То есть у меня жизни есть. Ты бы фары хоть погасил, дура. Зачем ты фары-то оставил включенными? Если мне сюда можно идти, значит сюда нужно идти. Кто качается жопой на качелях, непонятно, по земле. Ну пойдем тогда во внутренний двор, в свой. Сходим вот через калитку попробуем. То есть, ну это единственный мой, как бы, предполагаю, мое единственное предположение, как туда можно попасть. Никак туда нельзя попасть. Я посмотрел все по камерам. А, можно, наверное, спать ложиться дальше. Подожди, не выключайся, а то у меня компьютер выключается, представляешь? Спать лег. Я даже компьютер устал уже и спать ложиться. Час 33. А, то есть надо было дальше лечь спать. Чё ты так дико моргаешь, зачем ты это делаешь? What now? Guess I better go and check what's up. А, нужно было, блин. Так, я понял. А вот это я не понял, кто там говорит. Мин, ты что тут делаешь? Эй! Ребят! А мы что тут стоим? Разговариваем. Без меня. М? That sounds too close. Sounds like it's in my garden. Ты думаешь, в твоем гардене? О! И правда, ты смотри, какая хренота. Здорово! What the hell is it looking at? I guess it's after me. Эй! Ты что там забыл-то? И куда ты пошел? Милицию вызвать надо, эй. А куда он это? Я спать. Я понял. Нужно спать в любой непонятной ситуации, когда что-то происходит. Я сейчас проснусь, я так понимаю, от того, что он там это... В то на туалете у меня... На унитазе у меня сидит. Эй, дружище! О! А ты что, там молишься, что ли? Не понял. Стой. Погоди, а он ко мне ползет же. Угу. Он сейчас выползет вот отсюда. А если не выползет, то... Вообще непонятно, что он делал там. Или мне за ним посмотреть надо? Ребенок же соседский какой, прикалывается надо мной. Эй! Ой, блядь, такая! Ты что делаешь-то, ёб твою мать? Не, ну я его видел, типа, что он ко мне приполз. Get you gun... Чего? А откуда я его высосу, этот ган, блядь? Он сюда приполз-то. А ментов нельзя вызвать? Чё они здесь делают? О! Ёпты! Ты смотри-ка! Эй! Тейк, бляха-муха. Ну-ка... Ой, блядь, а кто так... Кто придумал на все кнопки стрелять? Ну, дурак. Перезарядись.
А как мне это, в гарден-то попасть? Он-то там это закрыт. А можно лечь спать? Нет? Уже нельзя, да? Я понял. Ну пойдем тогда стреляться. Ёп, что мне делать-то еще остается? Погнали. Ну-ка, ёпть. Иди сюда, псина. Эй! Не понял, что я туда пойти-то не могу. Чё я не могу пойти-то туда, ну? Меня не пускают в собственном доме пойти куда-либо. Я не могу пойти туда, я не могу пойти сюда. Мне нужен ключ найти. А где ж я ключ найду, если у меня его нет вовсе? М? Это чё, как так получается-то? Это, то есть, меня ограничили, чтобы я точно не потерялся, да? Ну, спасибо, конечно, ребят, но я потерялся. Хе-хе. Ключики-то мне можно какие-нибудь, а? Ключ-то от сада где? Кто так дышит-то? Ой. Сука. А выйти-то из дома я не могу все равно. И какой мне толк тогда здесь сидеть? Я не понимаю, что мне нужно сделать. Где эта дура-то? Вон, видишь, видишь, вон там вон, такая хренота. Или это грязь какая-то. А он-то где? Эй! А че он дальше не смотрит? Он что, меня там отворачивает, что ли? Это несправедливость какая-то. А, это я так дышу. По-тупому. Так, ну подожди. Ну подожди, не, ну... Не может быть такого, чтобы я просто брал и это самое. У меня же должен быть какой-нибудь там этот инвентарь, не? Ну правильно, блядь, осталось только это сделать. О, а это я закрыл, наверное, да? Я должен бояться, может, я не знаю, ну... There is no key in inventory. Ну-ка, блядь. Сука. Блядская. Ну, и где ты? И где ты? И где тебя искать? You, да. You can't hide from me. Ну-ка, блядь. О! Так, сзади меня только не ходи. Блядь, я упал куда-то. Ты видел, не? Ты видел, не? Это вообще страсть. Страсть какая. Уже 18 минут играем. Во что играем? No flashlight in equipment, блядь. Ну ты что, серьезно, что ли? Кукушка, что ли, у тебя поехал? Вот он уже лежит. Возьми, конечно. И пистолет свой возьми, потому что он нужен. Потому что ничего не видно и так, блядь. А тебе еще и без пистолета ходить? Это вообще не судьба. Ой, нет, не камильфо. Погнали, елки-палки. Это что, это канализационный монстр что ли какой-то или что? Ничего не видно, блин. Зато вода белая. Зашибись. В канализации-то вода белая. Там одно говно должно течь. Да, хорошо, хорошо. Ну, прямо, значит. Хули, тут больше бежать-то некуда особо. Тут тоже особо некуда бежать, да? Я так понимаю. Конечно, очень здорово, но а куда? И дальше-то что? Вообще непонятно. Он убежал вон туда. А, вон на чё. Угу. Люблю я такие игры, в которых ни хрена не ясно, что делать. Хоть бы кнопку придумали какую-нибудь, типа подсказки, чтобы, ну, показали мне предыдущее, что там писалось раньше. То есть я не успел прочитать, и надо мне еще разок прочитать бы, а оно не пишется ни хрена. Сейчас я еще раз куда-нибудь... Чего? А я не хочу туда, слушай. Фу, блядь. Фу,
говне весь, сейчас испачкаюсь. В комнате, ой, комнаты какие-то пошли. Это ли такая канализация у нас блатная в этой, в стране? Хотя это не наша же страна, может там у них и блатная канализация. Что-то лежит. И чё мне с этим делать? Кость чья-то. Ну, классно. Чё, здесь сдохло, небось, уже миллион человек, блядь. Бомжи-то всё-таки имеют место быть в этом мире. И они живут в канализации. Там тепло. О! А чё, у вас несколько, что ли? Ребят! Я огонь сейчас открою. Ебать, колотит. Вот что я тебе скажу. Мой друг, который сделал эту игру, очень страшно, кошмар, как я боюсь, честно, очень страшно. Я даже не знаю, что сказать. У меня ноги все в мурашках, но в мурашках они не из-за того, что, видимо, страшно, а из-за того, что похолодало. Вот и все. Честно, я все понимаю, можно было бы эту игру пройти за 3 минуты. Потому что я просто долго очень думал, что же нажать на это, в этой игре. Все, на этом мы попрощаемся сейчас с вами. И все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока!